Подземный рудник «Удачный» – крупнейший в акционерной компании «Алроса». Его история началась в 2001 году, когда геологи приступили к бурению контрольно-стволовых скважин. 11 марта 2004 года здесь прогремел первый взрыв. Начались горно-подготовительные работы. Выход на полную проектную мощность запланирован в 2019. Объем добычи составит 4 миллиона тонн руды в год. Все усилия горняков направлены на достижение этой цели. 27 июня 2014 года. Эта дата будет вписана в летопись алмазодобывающей промышленности как ввод первого пускового комплекса подземного рудника «Удачный». Начался новый этап в развитии удачнинского ГОКа и акционерной компании «Алроса». Подготовить и сдать в эксплуатацию объекты первого пускового комплекса подземного рудника. Главная задача, стоявшая перед специалистами в 2014 году. Сегодня можно вспоминать различные моменты из того периода. Конечно, как любая новая техника, она требует времени и квалификации персонала, и людям необходим определенный период, чтобы к этому оборудованию, скажем так, и привыкнуть, и оборудование должно к людям привыкнуть, как ни странно. Но все это нарабатывается. Вот почему я и сказал, что первый пусковой был первым шагом. Вот вы вспомнили о главном водоотливе. Да, действительно была такая проблема. Конечно, она была сложная, конечно, она была, такая жизненно важная. Потому что водоотлив является, скажем, сердцем рудника. Но тем не менее, все 5 насосов отревизировали, привлекли фирму, привлекли специалистов, все это привели в соответствие. Шахтостроители, соответственно, провели огромную работу по модернизации самих водосборников. Проектировщики это дело положили на бумагу, шахтостроители привели это в соответствие с проектом, и водоотлив заработал. Была проблема по выдаче воды, были некоторые, упущения по водоподъемным ставам. Но, тем не менее, тоже эту работу выполнили, и на сегодняшний день, этот передел работает как часы в Швейцарии. Поэтому все эти проблемы, они были, есть и будут, имеется в виду, на стадии становления. А они просто, должны были быть. А вот период эксплуатации уже постоянный, конечно же, этих проблем не должно быть и таких каких-то сбоев и рывков. Обычные, какие-то мелкие, вопросы, которые, рабочие моменты, они были, есть и будут, и постоянно будут решаться. Но вот таких вот глобальных, жизнеугрожающих предприятию проблем, их просто не должно быть. Они проходятся на стадии становления рудника и в целом коллектива. Даже можно вспомнить еще раньше, вернуться к проходке между со штольней и от стволов, то есть там тоже были проблемы, и газ, и вода, и, все, что можно было матушке природы заложить, оно все там присутствовало. И поэтому преодолели эти все вопросы и развязали там вентиляцию, после этого начали строительство горных выработок, и весь процесс пошел в нужном направлении. К запуску первого пускового комплекса рудника «Удачный» готовились такие основные объекты, как надшахтный комплекс ВВС, который предназначен для спуска людей в подземные горные выработки, также для выдачи руды из подземной горной выработки. Это такие объекты, как административно-бытовой комбинат корпуса, который предназначен для размещения в нем административного персонала, также рабочих. И объект главная вентиляторная установка, вентиляционно-вспомогательного ствола и калориферная установка. Эти объекты в комплексе предназначены для подачи в горные выработки свежего воздуха в летний период и в зимний период теплого воздуха.
Задача была успешно выполнена. 27 июня 2014 года все приглашенные на церемонию запуска могли с помощью системы видеомониторинга наблюдать процесс загрузки и транспортировки руды, ее подачу в скип и подъем на гора. Первые тонны подземной руды поступили на обогатительную фабрику номер 12 Удачнинского ГОКа. Самая драгоценная и самая важная руда. Руда, которую мы все ждали. Более 10 лет огромное количество людей трудилось ради этого момента. Мы поздравляем всех с этим событием. Мы надеемся, что Удачнинская земля не подведет и даст еще многие-многие драгоценные караты. Первый пусковой комплекс очень сложно давался всему коллективу строителей и шахтостроителей, потому что была масса сложностей как горно-геологических, так сложности были и по поверхности, по строительным делам. То есть приходилось идти на различные неординарные меры, которые, ну, в общем-то, себя оправдали. И, соответственно, значит, уже к сроку поставленному подготовили и первый пусковой комплекс сдали. А для чего это нужно было? Это был первый шаг для становления рудника. То есть рудник уже появился, эксплуатационный персонал, появились объекты, которые значит, рудник начал обслуживать, эксплуатировать. Соответственно, начались работы и развитие рудника как настоящие уже боеспособные единицы в виде добычи, подземной добычи руды. Соответственно, началось становление коллектива рудника и наработка различных, значит, схем и методов добычи руды из трубки удачно подземным способом. Поэтому первый пусковой был, как я повторюсь, первым шагом к действительно настоящему становлению рудника «Удачный», который будет самым крупным в нашей стране. Его проектная производительность 4 миллиона тонн. А это не просто так, не простые цифры. За ними стоят огромный труд как проектировщиков, так и инженерно-технических работников, ну и, соответственно, рабочих и персонала рудника, и шахтостроителей, и строителей в целом. Поэтому первый пусковой вошел в строй. Объекты как подземного комплекса, так и наземного. Перечислять их я не вижу смысла, потому что это некая небольшая часть рудника, которая начала работать в эксплуатационном режиме и позволила руднику начать добычу подземным способом, уже действительно по-настоящему подземным способом, не из нарезных работ, а именно добычу. Вот в эксплуатацию любого объекта – это дополнительные рабочие места. Опрос населения показал такие результаты. 2% считают, что ничего не изменится и развития города не будет. Численность работников будет сокращаться. 98% высказали свои надежды на дальнейшее развитие Удачнинского ГОКа, появление новых рабочих мест, увеличение заработной платы шахтерам, ну и, конечно же, развитие инфраструктуры города. А это строительство новых жилых домов, детских садов, улучшение качества медицинского обслуживания. Работа появится, это, во-первых, места, сколько молодежи, работа, молодые специалисты. Вырастут цены на квартиры. Будем квартиры менять, например, на «Орел» один к одному, без всяких доплат. Развитие города будет, наверное, так понимаю, деньги вкладываться будут в город. Еще в строительство какое-нибудь было бы, жилых помещений. Потому что народ будет как приезжать, а где жить-то вообще, как бы вот так вот. Люди начнут более-менее получать, и, ну, и город будет расцветать. Ну, что будет, посмотрим, что будет. Надеюсь, что будет хорошо. Напомним, запуск второго пускового комплекса планируется в 2016 году с производительностью 3 миллиона тонн руды.